Сегодня мы готовим сырные лепешки с зеленым луком. Для начала возьмем 100 грамм кефира. Добавим пол чайной ложки соды и хорошенько перемешаем, чтобы кефир запузырился. Добавляем четверть чайной ложки сахара, соль по вкусу, одно яйцо, одну столовую ложку растительного масла, 2-3 столовые ложки мелко натертого сыра твердых сортов. Хорошенько перемешаем. Добавим 1,5 стакана муки. Тесто должно получиться мягким и не очень крутым. Откладываем тесто в сторону и мелко нарезаем зеленый лук. Добавляем любой сыр на ваше усмотрение, одно яйцо и одну столовую ложку майонеза. Начинка готова. От теста отрезаем небольшой кусочек, разравниваем его на доске. Добавляем начинку и защипляем тесто. Обжариваем наши сырные лепешки в разогретом растительном масле. Итак, сырные лепешки с зеленым луком готовы. Они получились пышные, мягкие, невероятно ароматные и очень-очень сырные. Я надеюсь, что вам пришелся по душе этот рецепт, и вы обязательно порадуете им своих близких. Приятного аппетита!